Нам стреляли, мы начали бежать, мы начали прыгать через дом. Я расцарапала руку, понимаешь, там стреляли. Мы бежали, а дети просто лежали. Слышала, сейчас полиция едет, она едет к нам. Я сейчас дома. Нас какой-то мужчина отвез домой. Я позвонила Павел, он сейчас ко мне едет. Муж бывший библиотекарь, жена же, довез нас домой. Только что мои говорят. Что говорят? Да, мертвые, убитые есть. Дети, что ли? Или... Наталья Георгиевна, слушайте, мы открыли мероприятие WorldSkills. Сейчас, подождите. На 11 поехала в БТИ подписывать договор с детьми, ну, по практике. Ну, наверное, я бы сейчас была трупом. Потому что Наську, мою кролика, убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов полно. Настоящий тиран. Ворвались. И ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь, все повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали. Ну, я не знаю, с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Кто попадался, но это был... В общем, здесь все. Наши, настоящий теракт, когда положено, как в Беслане. Ну все, я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли.